Пассажиры московского метро выразили благодарность кавказцам, которые заступились за девушку. Случай произошел на станции Выхино, когда дебоширы вошли в вагон и стали нарушать покой пассажиров. Сначала пьяные молодые люди спали лежа на сиденьях в обнимку. Затем стали приставать к одной из девушек, сидевшей недалеко от них. В тот момент в ситуацию вмешались двое кавказских ребят. Два пацана, красавчики вообще, заступились за девочку. На видеозаписи видно, как кавказцы пытаются утихомирить нетрезвых парней. На следующей станции им удалось вывести дебоширов из поезда и объяснить все на словах. До драки ситуация не дошла. В результате все закончилось мирно. Никто из участников конфликта заявления в полицию не подавал.